У нас традиция еще 1 июня делать всевозможные специальные предложения, акции. И я думаю, это сейчас будет даже более интересно нашим зрителям, то, что с 1 июня мы запускаем благотворительную акцию, социальную программу на бесплатное лечение бесплодия. Все, кто обратятся по этой программе, женщины до 35 лет, без каких-либо ограничений, значит, могут воспользоваться бесплатной услугой нашей, а также будут бесплатные консультации по бесплодию, бесплатные консультации маммологов и андрологов. Вот. Так что, пожалуйста, вот. Я думаю, вполне полезная информация и отличная точка в нашей беседе. Да. Я вам благодарен за участие в нашей программе. Я думаю, что даже тот интерактивное голосование, которое мы провели, показывает, что это нужно продолжать и людей нужно информировать. С нашей экологией, нашим образом жизни в группе риска может оказаться каждый. Известно, что болезнь всегда легче предупредить, нежели лечить. Если вам необходима квалифицированная помощь, главное знать, куда обратиться. Сегодня нашими гостями были генеральный директор медицинского центра «Семья» Вахтанг Александрович Хуцишвили, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог Анна Михайловна Яковец, кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог высшей категории, главврач центра «Семья» Эльмира Максутовна Азиатулова. Спасибо вам за здоровую беседу. А в следующую пятницу в программе «Здравствуйте» мы говорим о ходе реформирования в сфере оказания медицинской помощи населению. Будьте здоровы. Увидимся.